На базе научной библиотеки нашего университета состоялась лекция с Дианой Малышевой, сценаристом и режиссером крупнейших культурно-массовых мероприятий Челябинской области, а также церемонии открытия чемпионатов России, Европы и мира. Наш сегодняшний лекторий посвящен теме «Как воплотить идею в жизнь». У нас сегодня крутой спикер Диана Малышева. Это организатор самых крупных мероприятий спортивных в городе Челябинске. Это чемпионаты мира и чемпионаты Европы. Они у всех на слуху, и этот человек занимался их организацией. Сегодня мы будем говорить о том, как воплощать идеи, как сделать свой стартап, как человеку, который обладает своими способностями, харизмой, скиллами, сделать крутой мерч, крутое мероприятие в городе Челябинск. По словам Дианы, самое дорогое, что есть в любом мероприятии, именно идея. Важно придумать то, что будет нравиться прежде всего самому себе, довести идею до совершенства и убедить в ее креативности окружающих. Очень интересный человек сегодня пришел рассказывать о своем пути становления. Вот очень интересно послушать. Пока вопросов нет, но, думаю, появится. Напоминаем, что встречи в лектории проходят каждый четверг в 16:00.